Привет, друзья! Так, да, интересная тема. Не всегда вот это вот показывают приобретение из нашего магазина. Но как-то вот так вот тут опять волной совпало. У нас, приобретается iPad 9, уходит в Воскресенск. И тут буквально мне тоже принесли в ремонт такую же модель 9 iPad, новенький, разбитый. Так, сюда клеим стекло, нового владельца поздравляем с обновочкой. А вот эта интересная тема, хочу показать, да, ну вот как это называется, это что называется сейчас, народное такое устройство, это для дома, для семьи, недорого, круто, в обслуживании недорого, если вот такая история произошла. Ну и вообще iPad современный и актуальный, хотя это уже вот из этой линейки, из всей демократичной линейки iPad'ов, уже не самый последний. Так, и вот это все дело, какая запчасть, какая что, опять же, кто вот, мы довольно много продали этих устройств, около 30 штук, и я думаю, что многим будет интересно посмотреть, что внутри, вообще как, да что там и что это делается. Потому что, ну вот от такого на самом деле никто не застрахован. И дабы избежать вот такой штуки, сейчас владельцу сюда поклеим стекло защитное. Так, это пока в сторону. Новенький. Ну и да, кстати, интересно сразу по теме. Вот устройство два разных цвета есть. Да, два разных цвета. Это у нас Silver и Space Gray. А, по-моему, впервые вот такая канитель, что вверх у них одинаково черный на том и на другом. Да, размерчик у нас 10,2 дюйма. Стеклышко аналогичное. Ну и да, кстати, опять интересный момент. На пострадавшем том устройстве спросил у владелицы, что да как произошло, было ли защитное стекло, и оказалось, что не было. По текущему демеджу вижу и, наверное, полагаю, что если было защитное стекло, оно бы наверняка сохранило жизнь устройству. Ну вот такая вещь, ничего страшного, сделаем. Ну да, забавно вот так выглядит, вот до сих пор, да, я дождаю время, так вот стекло находится в левитации, оно не прислонилось еще к основному стеклу, то есть прослойка воздуха есть. И сейчас Magic. И вот оно пошло. Как-то так забавно получилось. Да, и полностью ушло. Да, кто не знает и не понимает вот это вот как бы... Как это сказать, вот это вот боль и страдание, когда нужно поклеить на большой здоровенный вот этот 12,9, либо там сейчас уже еще больше вроде как собирается iPad появиться. Это такое интересное занятие, но в данном случае четко все получилось. Так, ну и все, здесь минимальное телодвижение, пакуем и отправляем. Владельца еще раз поздравляем. Как никого и не было. Так, ну и да, ребята, переходим к делу. Получается, это у нас iPad 9. Делал я уже, кстати говоря, не помню, снимал, было ли видео по вот этому iPad'ику. Но очень интересная вообще штука. Здесь много моментов есть интересных, связанных с запчастью, с внутренним устройством, вообще с демократичностью вот этого вот девайса. Почему он любим многими, вообще массовый очень продукт. Да, вот это сейчас все обсудим, расскажем. То есть это получается до недавнего времени у нас из вот этого сегмента демократичного была топовая вещь, iPad 9. И получается несколько месяцев назад компания выпустила iPad 10. Но он хоть уже там и поменялся, как бы, как сказать, вот концептуально для вот этого недорогого, что уже нет кнопки Home, а камера там вот тут вот, да, вот как-то вот так на пальцах приходится объяснять, но я думаю, что многие видели. То есть он остается все-таки недорогим изначально и недорогим в обслуживании тоже будет. Так, ну пока у нас девятка, делать будем ее. Да, прежде, да, по запчасти хотел бы показать именно тот момент, что как у нас было раньше, именно до предыдущей модели, то есть в восьмом iPad это у нас было разделение на белый и на черный, в девятке это уже, как мы с вами увидели, только черный верх. Ну не знаю, да, вот эти вот, конечно, от этих технологий Apple может голова взорваться, но так и есть. И да, различия на самом деле, вот еще прошлый раз, по-моему, я делал и ставил Touch от восьмой серии, покажу, чем различается. Но сейчас китайская промышленность не стоит на месте, догоняет вот эти все высокие технологии, и в этот раз у меня будет Touch непосредственно для девятки. Различия есть на самом деле незначительные, которые я нашел, но и в прошлый раз, да, сделал без этой штуки. Это вот, в нем позже разберем, покажу, там есть светодатчики, два непосредственно, и вот для него есть окошечко. Вот оно на стекле. Для восьмой серии, так как этих датчиков там нет, нету окошечка. Ну и просто получается, да, я человеку обозначил, что не будет работать вот это вот, может быть, как-то автоматическая корректировка яркости либо что-то, потому что если он закрыт, соответственно, в датчик, ну, неправильный свет проникает. Да, но на тот момент я как бы не мог себе представить, что китайцы довольно быстро так догонят эту вообще историю. То, что появилась запчасть через год после выхода устройства, это на самом деле довольно быстро. Так, ну и все, ставим родненький. И да, есть еще вот этот момент, который тоже неоднократно сталкивался с этим. И в данном случае тоже людям обозначил такую штуку. Не раз вообще происходило и сталкивалось с такой штукой, когда вот в этом месте разбиения, особенно вот такое крошечное, в этом месте как раз-таки с обратной стороны стекла идет шлейф непосредственно кнопки Home, и у меня было где-то вот, ну если это взять из 10 случаев, то можно сказать 2 случая, когда после разбора частично, видимо, как-то прокалывался шлейф, либо нарушался, и нарушалась работа всегда сканера отпечатка пальца. Вот сейчас он работает, да, вот не воспринимает мой палец, замочек дергается.
Но вот я людям это обозначил. Сейчас не знаю, есть у меня понимание, что из-за чего может происходить. Попытаюсь, да, не поднимать вот так вот сильно полого вот эту вещь, не отклеив ее полностью. Чтобы как бы вот эти осколки при изгибе не повредили шлейф. Возможно, как бы из-за чего это и происходит. Так, будем стараться открыть аккуратненько. Ну и делаем, внутри еще все посмотрим. Да, различные подпилы у меня здесь. Да, забавный такой эффект, стекло променяется, вот здесь есть дырка, и такое получается, как меха раздуваются. Прям ветер оттуда дует. Так, залез под пилом. Да, конечно же, еще раз обозначу, что такие вещи разбираю на холодную, дабы не нагревать элемент питания, потому что устройство новенькое, если батареечку греть, разогревать излишне, это сильно ухудшает ее состояние, и она может потерять в объеме, поэтому здесь на холодную. Да, ребят, по чуть-чуть открываю этот девайс, не спеша, не торопясь, здесь самое главное это. И вот не знаю, подумал, вот это у меня либо второй, либо третий раз я делаю iPad 9, и все они почему-то от местного населения. Возможно, потому что те, кто у нас приобретают, всегда мы клеим защитное стекло, и вот оно помогает. А все те три раза или сколько там, вот они все пользовались без стекла. И еще подумал, почему вот Apple, да, вот как это был iPhone SE 2, и он тоже, когда вот он стал вот этим SE 2, в нем пропал белый цвет. Почему-то, я не знаю, какая-то фобия, вот есть у Apple какая-то идея, либо что это такое, как бы вот это демократичные вот эти модели, почему-то только в черном цвете. Не знаю, может быть более дорого вот этот белый замешивать, либо делать эту кнопку белую. Не знаю почему, вот не знаю. Не объяснить это никак, мне кажется. Да, ребят, вот рассуждая про вот этот цвет, вот реально что-то как-то вот так настало, что нету под рукой ни SE-шки белой с черным экраном, ни iPad 10, ну пока что нету, да, чтобы вот наглядно это как-то показать, поэтому все на пальцах. Ну, я думаю, что тут хоть кто-то, что вникает во что-то, я думаю, что тут это все понятно. Интересно все это, как это вообще устроено, почему это так. Вот не знаю. Так, добрался, да, я до места, вот которое именно проблемное, вот это вот самое. Не знаю, честно говоря, как стабилизировать процесс в этом плане, но хочу полностью под пилом пройтись по этому месту и только потом уже поднимать, как бы расщеплять, чтобы минимизировать вот этот изгиб стекла и, соответственно, чтобы осколки не давили там на этот шлейф. Так, вот в текущем виде хочу еще раз убедиться, что он жив, но если у меня что-то пойдет не так, чтобы было понимание, когда, в каком моменте именно пошло что-то не так. Людей я предупредил обозначил эти риски, но тут на самом деле по-честному как есть. Так, контрольно перезагружу. Там обычно, да, так происходит, что я включаю, а у меня бац, ошибка по Touch ID. Было пару раз такое. Но на самом деле, знаете, это как сказать, это вот благо, что всегда люди, ну как-то вот все наши соприкосновения, клиентско-пользовательские, такие нормальные, на самом деле, понимающие, я объясняю всегда, как есть, то есть даже могу и видео приложить, и вопросов не возникает по большей части. Так, да, ошибки нет, заметил интересную штуку, если я держу планшет вот так, у меня яблоко тоже переворачивается. Вот это технологии. Первый раз такое вижу. High technology, Apple, вы что делаете? Остановитесь. Шевелят. Ну да, ребят, уже вот третий раз я перезагружаю этому чудному явлению вообще. Дивлюсь. И хочу еще раз все-таки вот попробовать вот так вот выключить в таком виде. И чтоб яблоко у меня стало в привычный вид. Еще раз. Чудеса. Вот это Apple магиот, а? Яблоко перевернули. Цвет черный сделали. Вообще супер. Да, и вот так вот оно тоже переворачивается. Ну да, на самом деле это на такой добрый стёб, потому что я очень на самом деле люблю iPad. Все знают, что это беспрецедентное в мире устройство. Нет ни одной компании, производящей планшеты, которые так бы были вообще востребованы, популярны. И на самом деле это неспроста. Это очень крутая вещь. И недорогая. Так, все, окончательно врубаем. Потом включим еще раз контрольно, когда я сниму вот это стекло. Да, вот сейчас надо подумать.
Так, ну да, ребят, есть. Отклеил вроде бы, да, по всему периметру. Но вот здесь даже подлепил скотч, чтобы туда не проваливались осколки. Но не знаю, честно сказать. Просто когда вот эта разбитая конструкция шевелится хоть как-то, хоть в какой-то плоскости, происходит вот это вот разбитых осколков, вот это перемещение по этажам, а шлейф там подклеен. И вот я думаю, что, ну, не знаю, давайте, да, а вот сейчас приподниму, еще раз контрольно включим, посмотрим, жива ли кнопочка. Ну вот что-то я вот так вот сомневаюсь. Как бы я ни старался, вот эта вот разэтаженность она есть. Так, да, вот так приподнимем и включим. Ну, если сейчас она живая, это еще не все. То есть ее нужно очистить от этих осколков, соответственно, извлечь и интегрировать в новое. То есть там тоже есть риски. Так, вроде как нет ошибки, не выезжает сообщение. Да, не считывает мой палец, дергается замочек. Окей, пока что жива. Аллилуйя. Еще раз вырубаем, финально открываем. Ребята, стоп, работа. Тут есть важное задание. Важное задание. Сейчас нужно сделать. Так, да, стоп, работа, спецзаказ. Да, раз уж у нас началось видео, я не знаю, с приобретения в нашем магазинчике, покажем еще одну, да, штуку. Часики 7 серии у нас приобретаются в Ярославль. Человек попросил поклеить защитное стекло, соответственно, аккуратно вот это дело распечатать. И назад все это дело запечатать, чтобы как бы было в первороде, чтобы человек почувствовал вот эту вот, как он сам выразился, магию Apple при распаковке. Ну, да, постараюсь, насколько это возможно сделать. Кстати говоря, сейчас вот эти упаковки беспластиковые, когда пошли, это стало такой как бы вещью, ну, на самом деле общедоступной, потому что ее можно легко открыть вообще без следа. Даже вот так вот. Так, немножечко подстелим, аккуратненько откроем, поклеим и запечатаем. Да, конечно, раньше было в пластике прикольнее, что у тебя прям вообще вот эта вот вся коробка, она остается в таком в идеале, в масле. Сейчас, конечно, да, при транспортировке, при всяких вот таких вещах, но тут немножко подморалось, ну вот что поделать. Где, на каком этапе это произошло, неизвестно. Да его даже просто в руки берешь, вот раз за разом, из рук в руки передаешь, оно немножко грязнится. Ну, на самом деле, да, такая вещь. Так, аккуратненько, здесь довольно просто. Вот это вот так вот зачепиваем. Не сгибая до конца. Здесь то же самое. Раскрываем. Здесь у нас закрыто, да-да-да-да-да-да, здесь наклейки. Так, ну тоже есть вот так вот, как это сказать, магическое открывание. Да, здесь никак по-другому не сделать, кроме как все-таки мне одну надорвать. Ну и давайте так, одну я надорву, открою как книжечку, а вторая останется человеку. Так, или может быть вот так вот. Да, получается. Ха-ха, не повредил. И вот они, зелененькие красавцы. Уэй. Да, кстати, забыл сказать, что приобретение, или сказал, из Ярославля. Большой привет вам. Так, клеим защитку. Да, это мои поклеечные ремешки, чтобы часики при поклейке не болтались, не сопротивлялись. Да, кстати говоря, многие заметили, что я вот ношу такую интересную штуку. Просто мне как-то достал свои вот эти вторые часики из-за вот этой заставки, по которой я на самом деле очень скучаю. Надел вот их, потому что в новой WatchOS ее убрали, Apple, за каким-то вот лешаем, я не знаю, что она им помешала, там либо памяти не хватало, либо чего, чтобы она сохранилась, не знаю. А вот по этой причине ношу свои вторые, очень вообще от них кайфую, вот с этим ремешком по красоте, зелененькие мои. Вот тут лежат, полеживают без дела. Да, кстати, со стеклом месяца, наверное, 3 или 4 носил. Немножко так вот тут зацепил пару раз, но оно довольно-таки хорошее. И да, кстати, опять же, уместно показать. Многие спрашивают, как это стекло потом снимать, так как оно клеится на ультрафиолетовый клей. Довольно крепко-таки сидит. Но вот это крепко, это вот такой случай, когда вот захочешь снять, очень как бы это тяжело сделать. А вот где-то зацепил, и оно отлетает на ура. Вот не знаю, как это называется. Если это у нас была магия Apple, то вот это что, какая магия, я не знаю. Так, здесь довольно все просто. Пластиковый медиатор с целого угла, даже если оно у вас разбито, все равно какой-нибудь угол целый есть. Подчепливаем, так называемо, подклиниваем. Да, вот такое русское слово есть. Подклинить. Бамс. И оно вот просто, я даже не уловил этот момент. Очень хорошее олеофобное покрытие на самом стекле изначально. Приклеивается эта штука хорошо, но вот по какой-то такой небольшой расщепленности оно просто слетает. В чистом виде вообще вот полностью вообще просто отлетело. А до этого служило мне больше 3 месяцев. Вот такая штука невероятная вообще. И как новенькие. Да, ребята, опять же, вот покажу, захлестнула меня как-то вот эта фиолетовая волна. Повсюду она вообще возникает. Не знаю, даже уже футболку себе заказал. Как-то вот, ну, вообще не знаю, какая-то позитивная вот эта вот штука. Понравилась мне очень. Вот так вот, вот так вот. Так, да-да-да. Да, кстати, ремешки можно нацеплять, комбинировать вообще как удобно, как угодно. Вот в этом и есть такая штука, вот этого аксессуара, то, что надел другой ремешок, и у тебя вообще другое восприятие устройства полностью вообще. Циферблат поменял там все вот это дело, и как бы это все твое восприятие вообще меняет. Очень классно. Так, 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 так. Да, все, что есть для поклейки вот этого стекла, есть непосредственно вот в этой коробашке. Все, все, все абсолютно. Да, стремула. Пленка удалятель. И клейчик. Да, еще раз, кто не знает, что это за тема, клей, да, вот это он так называется, ультрафиолетовый клей.
То есть он засыхает при ультрафиолетовом спектре света. Соответственно, я как понимаю, что это какая-то акрилосодержащая штука, это вот как девушки там ногти красят, вот это вот дело делают, это вот это вот оно и есть. Свойство его прозрачность, крепкость, застывание при вот этом воздействии. Очень, видимо, удобно при вот этой всей процедуре. Ну, китайские люди ничего другого не придумали, кроме как вот эту вещь. На самом деле она и есть самая лучшая. Потому что как еще сопрячь другую какую-то поверхность с этой невероятно гладкой штукой, я не знаю. Да, есть по красоте. Ну и да, здесь я больше сзади протирал, потому что это стекает вниз, и вот такое вот, спереди. Вообще идеал, это такая, знаете, как галька такая, прямо невероятная, монолит. Так, заряжаем сюда аккуратненько. Да, раньше вот это была такая, знаете, материальная, тряпичная такая штучка. Сейчас это опять же картонка такая, неодушевленная. Вот все-таки вот эти вот экологичности, это вот все вот не наше, это не русское. Нам надо топить. Педаль в пол там, чтобы дым черный шел. Вот это все. А вот это вот. Да. Так, в стороны. Печатаем назад это, запечатываем. И продолжаем. Так, в обратном порядке. Аккуратненько. Открываем. Закрываем. Заклеиваем. Ну и да, сегодня получается у нас такая тема. Вот это как это можно назвать? Как никого и не было. Так, вторая шкура. Ну, кстати, да, по часикам еще такой интересный момент. Седьмые, восьмые, какие взять? По сути, разницы вообще нет никакой, честно. А есть вариации в цветах, вот берите тот, который вам по цветам подходит, потому что это вот именно та вещь, которая вас радует, как аксессуар. Чпинкс, и как никого не было. Нового владельца поздравляем. Да, ребят, есть один нюанс в помещении. Тот, кто первый вообще ввязался в эту историю поклейки стекла, продолжает ее делать. Да, потому что немножко это такое, ну, как сказать, не чистоплотное дело, где приходится вот это все зачищать, прочищать, и раз уж тут я начал, продолжаю. Да, опять это приобретение из нашего магазинчика. Вроде бы Астрахань, что-то такое, тоже седьмые, но вот уже БУ, и это свежайшее вообще совершенно устройство. А единственное, что без коробки, да, не все вот так педантично относятся к этим вещам, но сами часики в идеале. С хозяйским ремешком, не царапанные вообще по красоте. Так, также стекло, и отправляем. Так, вторые готовы. Все отлично. Блин, вот себе так не получается клеить. Это знаете, как когда вот так вот трогаешь и со всех сторон одинаково. Вот себе два раза клею, вот чуть-чуть где-нибудь да не так. Ну, это очень тяжело так поклеить равномерно. Все отлично. Так, это в сторону и продолжаем. Так, продолжаем iPad-ные дела. Аккуратненько открываем. Подставляем, экранчик изымаем. Ну да, и по концепции вот этих устройств, что 9 серии, что 10, это именно все-таки вот это демократичное исполнение, недорогое в обслуживании. А это вообще и производство дешевле, и комплектующие дешевле на всех этапах и всем. То есть и конечному пользователю, если что-то произошла вот такая история, и в производстве это, конечно же, и стоимость самого этого устройства, что 9 модели, что 10, это именно концепция, что экран отдельно, и наиболее часто он, ну, 90% случаев он живой, а стекло просто у нас бьется при таких историях. Ну и, конечно же, оно меняется отдельно, без каких-либо проблем, и по такой же концепции сделано и 10-е последнее устройство. Да, это знаете, под рукой всегда есть какой-нибудь iPad еще, кроме вот этого, то, что здесь. И вот как раз-таки, да, пример для понимания, вот единственное, что сегодня могу показать, это экран, допустим, более старой модели, менее прогрессивной, но более дорогой сам по себе. Это iPad Air второго поколения, это вот где именно идет бутерброд. Вот на всех этих устройствах, начиная с ответвления Air Pro, идет вот таким бутербродом. И, конечно же, это гораздо более дорогая конструкция. Да, вот такая штука.
Бутерброд. Экран и стекло сенсорное вместе. Ну и да, ребят, еще один момент, почему вот эта вот штука такая недорогая. То есть, как я показывал неоднократно, вот это вот даже аккумуляторная батарея, начиная с iPad Air, это еще даже не пятый, то есть iPad Air, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, везде одинаковая батарейка. В десятом, вот который сейчас последний, я думаю, что будет другая батарея, ну потому что там сам конструктив внутри устройства внутреннего другой. И получается, что все-таки вот эта классика у нас, это последний вот этот классический iPad, который вот в таком вот виде. То есть десятка наверняка будет другая, эти постепенно будут сниматься с производства и сходить на нет. Ну и вот у кого они будут на руках, в принципе, всю дорогу и будут вот, ну, на самом деле обслуживать без проблем. Будь то батарейка, будь то стекло, вообще на самом деле все четко. По десятке, да, наверное, не скоро мы доберемся до ремонтов. Его просто даже сейчас просто купить тяжело, не то что уже там какое-то обслуживание попадешь. Посмотрим. Так, экранчик в сторону. Да, вот те датчики, о которых говорил, и это как бы перекочевала вот эта штука, это Light Sensor, с более старших, более топовых моделей. Особого понта от них нету на самом деле, но вот тем не менее есть такая штука. И получается два предыдущих, которые я менял стекло, получается вот без этих дырочек. Да, тут раз, два, один инструмент, второй тут, я не знаю, скальпель, пинцет, зажим, одно, второе, третье, вот так оперируют, туда-сюда. С кнопкой с этой, я не знаю, нежнее, чем сонной артерией, аккуратнейшим образом вообще. Да, ее в сторону, и вот как раз таки она с обратной стороны вот этого разбитого стекла. Сейчас ее нужно отделить и перенести сразу же в другой сенсор. Так, основу в сторону, понтимся с кнопкой. Так, есть, да, извлек кнопку. Но вот это еще не успех. То есть успех будет в тот момент, когда я интегрирую ее в новое стекло и проверю. И тогда можно будет сказать, что да, она выжила. На самом деле, вот все те разы, которые вот сталкивался с этим, старался делать все четко, но вот каким-то невероятным образом пару раз не выживала. Так, все это нам не надо. Days later. Да, ребят, продолжаю делать iPad, на самом деле тут уже события через день продолжаются, потому что да, там был понедельник, все закрутилось вот так, просто нереально, тут просто если бы я снимал там вот это все, что как я там по часикам вначале делал, пленка бы закончилась, видео бы не закончилось никогда, и вот это все. Да, все четко, обязательно нужно контрольно проверить деталь тач, то есть то, что тем более, что впервые вот эту вот использую, так сказать, родненькую, проверить все равно необходимо. Ну и да, промежуточно, опять же, кнопку сейчас чекнем. Так, да. Ну да, вот так вот, немножко по-страшному, но это подкидка. Подкидка. Так, да, прежде всего, нет у нас ошибки по тач. Отлично. Кнопочка, да, срабатывает, не узнает мой палец. Так, Power of Test. На заблокированном устройстве, на интерфейсе выключения, иконочку. Вас оборвалась. Не понял. Еще раз. Ну, ты знаете, как в подкинутом состоянии, то есть легонечко ведешь, то есть тут, может быть, не хватило вот этого контакта, либо не срабатывает часть сенсора. Так, нет, что-то не то. Так, да, что-то не то. Может быть, не дотык по тачу, по коннектору. Не дотык. Тык-тык и не дотык.
Во-во-во-во-во-во. Да, вот только что было вообще морошение невероятное сенсора, и он моментально ввел вот эти вот... Неправильно, да, естественно, пароль. И привет, заблокировался. Так, это очень опасно. Можно заблочить вообще устройство. Так, что такое, не понимаю. Да, немножко попробую все-таки подогнуть шлифа именно в то положение, зафиксировать, в каком они нужны, в каком они должны быть. И еще раз попробуем. Да, вот в этом и есть как бы такой нюанс вот этого применения новой детали, когда еще не знаешь. Даже китайские люди могут выпускать там что попало. А, вроде бы да, проверенный завод, все там окей, но может быть такая вещь из-за того, что это не оттестировано еще, собственно, на конечном потребителе. Еще раз. Так, нет, что-то не то. Точно уже все тут переконнектил, перевсяко. Перетак-переток не срабатывает. Так, что делаем? Берем другой такой же. И конечный вариант, если вот это все-таки не подходящая штука, берем от 8 серии, как уже было сделано пару раз. Так, этот в сторону. Берем другой. Ну и да, вот это вот такая вещь, что когда вот новая деталь, как еще вот, как я неоднократно говорил, что китайцы любят выпустить вообще там вперед планеты всей там, вайх, гордиться этим, да, но вот не всегда эта штука на самом деле может быть оттещена. То есть да, тут у них, конечно же, есть понимание на своем заводе, на фабрике, это не просто там какой-то там подпольный цех, да, там есть сугубо инженерное понимание, что сенсорная часть, она одна и та же, то есть изменения у нас только по светодатчикам вот этим вырезам, все. То есть они, да, наверное, наверняка это все успешно бам-бам-бам сделали, но вот такой привет. Так, ну сейчас будет понятно, либо это вся партия нерабочая, либо это частичный брак. Что скорее всего, как бы частичные браки, да, более редкие на самом деле, чем, допустим, как бы вся партия в отбраковку. Так, да, еще тест. Ну да, вот тут подумал такую вещь, это знаете, как вот, когда открываешь устройство, это все заляпанное, вот как вот это три раза переподключил, он уже такой подляпанный. А вот это вот все есть, когда что-то какие-то вот происходят, такие телодвижения там многократные, вот это все заляпывается. Стараюсь очень аккуратно это сделать, но если что, потом почистим. Все будет окей. Так, тест. Хоть бы. Я уже боюсь на ту сторону идти. Так, по правому борту у нас окей. Ухожу сюда. Иншалла Махачкала. Да, отлично. Все, везде таскаю, все в порядке. Ну да, получается у нас единичный брак. Так, отлично, хорошо. Вот теперь на базе его собираем. Так, да, самый вот сейчас такой интимный момент в этой всей вообще истории, это установка кноп. Ее нужно поставить однозначно. Одноразово, чтобы она стояла на века и никуда с ней ничего не происходило во время всей эксплуатации. Как я это называю, как в последний раз. Так, да, ребята, отсушил вот это все дело по классике. Ровненько и характерный щелчок. Да, вот эта штука так и должна быть. Стагнирована однозначно, не мандухлится, не шевелится. Монолитно вообще должна сидеть. Так, обдираем вот эту вот проклейку никчемную. И собираем.
Ну да, еще раз, ребята, по видео, я думаю, что это интересно вообще посмотреть многим. Как я сказал, мы продали что-то там, то ли больше, то ли около 30 штук этих устройств. То есть тут как минимум каждому владельцу этого устройства, те, кто у нас приобретали, будет интересно посмотреть вот это все, понять вообще, как внутри, что да как вообще. Да, по такому пониманию, что как вот сейчас лучше что взять, 9-й либо 10-й, у меня есть твердое понимание, ну и думаю, что многие его поддержат, аналогичное. То есть пока между ними разница в 10 тысяч рублей, то есть между 9-кой и между 10-кой, я бы, честно говоря, вот если бы у меня была задача купить iPad для дома, для семьи, выбрал бы 9-ку. Потому что это недорого, круто и вообще надежно, проверенная концепция годами. У 10-ки, да, она только вышла, там еще неизвестно, что как вообще, как это будет все работать, обслуживаться, еще что-то. Ну и плюс, конечно же, разрыв стоимости в 10 тысяч рублей – это существенная вещь. Конечно, постепенно этот разрыв будет сокращаться. То есть спадет ажиотаж на тот, будет более честная цена, взвешенная это. Этот, я не знаю, Apple то ли выпускает его уже, то ли прекратили. Да, рано или поздно закончит его производство, и, соответственно, как бы его цена не будет снижаться. В принципе, она и так сейчас на минимуме. Пока что разница в 10 тысяч. Очень было бы интересно вообще, на самом деле, посмотреть десятку, разобрать. Ну вот, как это называется? Не то, чтобы я жду прямо, чтобы у кого-то сломалось, и заполучить его в ремонт, но как бы вот по чуть-чуть есть такое желание. Ну да, китайцы, конечно, вот могут. Они вот отверстие для датчика сделали, но и тут же его залепили своим дебильным скачом. Ну вот это вот оно и есть. Что надо им сделать скорее. А там вот это все мелочи, там либо мастер разберется, это делает, либо что-то. Есть такое. Так, есть, окей, ободрал. На чистовую собираем. Промежуточно еще раз проверяем, тем более после прецедента с неработающим тачом. Ну и да, конечно, открытие года — это вот это яблоко переворачивающее, это вообще, конечно, хай-тек. Так, тест. Да, свободненько, по периметру ввожу, все четко. Отлично. Да, хоть я и пытался вот это все дело в сторонке держать, но вот эта пылька собирается все равно. Тем более, что тут вот это вот так многократно туда-сюда. Чистим, хорошо. И закрываем. Таймер на 5 минут. По-русски понимаешь, нет, таймер на 5 минут. Таймер на 5 минут. Ну да, тут так тупить, что я не знаю, алгоритм уже должен отнимать эту минуту из того времени, которое я задаю. Ну и вот не с первого раза всегда. Почему так? Это вторые часы. Таймер на 5 минут. Таймер на 5 минут. Эпик фейл вообще. Так, ладно, просто примечу. Тут что-то вообще рассинхрон какой-то. Вторые, старенькие. На презентации. Оп, весело. Да, еще раз, финально. Вот оно, переворачивается. Есть, да, кнопочка у нас работает. Сенсор тоже полноценно. Все по красоте. Так, да, сейчас напряжу на просушку, выдерживаем. По готовности клею защитное стекло в подарочек, дабы не было таких нюансов более. Ну и я думаю, что да, было интересное видео, можно на этом завершить. Ждем десятку обслуживания. Не то чтобы ждем, да, не то чтобы вот как было. Нет уже такого, что доктор там, я не знаю, хирург хочет там что-то резать новое. Конечно же нет. Ждем, это в том плане, что по-любому будут такие случаи. Попадет нам новое 10-е устройство на стол. Эй, про это я все рассказал, показал, думаю, что всем было интересно. Да, как говорится, пока, что, на этом все. Всем привет и всего.